Ценой жизни. В Петропавловской пожарной части номер 5 установили мемориальную доску в память об Алтынбеке Абдрахманове. Он погиб при тушении одного из домов в микрорайоне Береке в конце декабря прошлого года. Наш корреспондент расскажет подробнее. На открытии памятной доски собрались родственники, друзья, коллеги Алтынбека Абдрахманова. Командир отделения пожарной части номер 5 трагически погиб в предновогоднюю ночь при исполнении служебного долга. Он тушил пожар в частном доме в микрорайоне Береке. Алтынбеку было всего 27 лет. Алтынбек Абдрахманов был спасателем с большой буквы. Именно так о нем все отзываются. В противопожарной службе он проработал более 7 лет, был командиром отделения. Принимал активное участие во всех спортивных соревнованиях и занимал призовые места, вспоминают сегодня коллеги. Являлся этим капитаном команды по пожарно-прикладному спорту. У нас ежегодно проводятся соревнования областные. И наша команда, именно первая часть во главе с ним, 4 года подряд занимала первые места. Спасать людей от огня Алтынбек мечтал с детства, рассказывает отец. После армии сразу устроился на работу в пожарную часть. Во-первых, благодарность всему личному составу первой части, всего штаба, всему МЧС Северо-Казахстанской области. Выражаем благодарность за неоставленное внимание. Ну, он был очень доволен и рад был этой своей работе. Ну, всегда отдавался полностью этой своей работе. Трудолюбивый. У погибшего Алтынбека Абдрахманова остались жена и двое несовершеннолетних детей. Гульнара Мажикеева, Казбек Арыкбаев, новости МТРК.